Всем привет, с вами интернет-магазин Qcru, и сегодня хочу предложить вашему вниманию смартфон от компании Xiaomi Mi 4i. Актуальную цену можно посмотреть по ссылке внизу видео. Давайте посмотрим, что входит в комплект данного смартфона. Итак, сам смартфон в белом цвете. Также идет кабель microUSB и зарядное устройство с выходом USB. Также идет ключ для выемки слота сим-карты и краткая инструкция к порталу. Сам телефон представлен в стандартном форм-факторе моноблок. Имеет дисплей 5 дюймов с разрешением Full HD 1080 на 1920. Фронтальная камера здесь идет 5 мегапикселей. Слуховой динамик, датчики приближения освещения, светодиод пропущенных событий. Внизу идет разъем microUSB и основной микрофон. Сверху разъем 3,5 для стереогарнитуры. Справа расположились серебристые кнопки управления, качель громкости и кнопка включения. Слева идет разъем для установки микро-сим-карты. Как мы видим, здесь две сим-карты стандарта микро-сим. Задняя крышка матовая, на ней следы пальцев плохо остаются. Здесь идет основная камера 13 мегапикселей со вспышкой сдвоенной и дополнительный микрофон. Ниже идет мультимедийный динамик. Задняя крышка несъемная, аккумулятор там 3120 мА, также несъемный. По размерам получился аппарат 7,8 в толщину, 69 в ширину и 138 в длину. При этом весит 130 грамм. Работает на Android 5.0, соответственно, с настройкой от компании Xiaomi MIUI. По представленным приложениям здесь есть сервисов от Google. Также есть радио, но радио здесь наушники являются антенной. Без них мы с вами их не послушаем. Они в комплект не идут. Также здесь есть центр безопасности, куда входят различные сразу несколько программ для очистки оперативной памяти, контролировать трафик, черный список, антивирус и разрешение. Есть проводник. Также Facebook и VPS Office для просмотра Word Excel файлов. Настройки, в принципе, стандартные. Посмотрим. Android здесь, как мы видим, 5.02. Версия MIUI 5.7.3 на данный момент. Памяти здесь всего 16. Обращу внимание, что здесь нет слота карты памяти. И доступны из них около 9 для пользователя. Браузер здесь встроен, очень достаточно шустрый, такой необычный, интересный. Он легко справляется с такими сайтами, как наш, где представлено много высококачественных картинок. Он, как мы видим, легко обрабатывает всплывающие с меню. Но вот, к сожалению, допустим, YouTube он открывает отдельно, но правда на весь экран. Мы посмотрим с вами качество дисплея на канале YouTube. Выставим разрешение 720 на данный момент. Как мы видим, качество изображения очень хорошее. Дисплей обладает хорошим запасом как по яркости, так и придает качественным цветам. И обладает хорошими углами обзора, даже на максимальных нет ни инверсии цвета, и четко выражены границы объектов. Давайте послушаем, как дела обстоят со звуком. Звук очень громкий, звонок пропустить нереально. Есть очень сильные искажения в сторону высоких частот на максимальной громкости.
перейдем к камере. Камера здесь 13-мегапиксельная. Здесь очень, опять же, интересные их возможности. Например, то, что мы смотрим, да, вот, там та же коробка, сразу можно посмотреть свайпом влево различных, как будет смотреться в различных фильтрах, что очень удобно. Свайп вправо здесь позволяет доступ к различным функциям, в частности, панорама, таймер, комбо-фокус, ручное управление, улучшение, ночной режим. В настройках здесь у нас возможность сохранения, куда именно звукосъемки, дата на фото, сетка, сканер QR-кода, управление клавишем съемки, например, там снимок или фокус. У нас отношение сторон 4:3 или 16:9. Качество фото высокое, нормальное, низкое. Дополнительное здесь есть определение лиц. Интересная возможность показывать возраст и пол в режиме улучшения. Также можно настроить функцию клавиши громкости, снимок, приближение, громкость. Есть устранение мерцания 50-60 Гц автоматически или выключить. Режим экспозиции, также настройка контрастности, насыщенности, четкости. Давайте попробуем сфотографировать коробку. Достаточно быстро фокусирует. Итак, мы видим, в принципе, качество фото очень неплохое. Посмотрим на телефон с технической точки зрения. Итак, дисплей здесь поддерживает 10 одновременных касаний. Antutu Benchmark. Посмотрим, какую выдала оценку. Сейчас проведем по новый тест, частично, чтобы показать предыдущий результат. 36260, что очень неплохо и производительно. Итак, по информации, Xiaomi Mi 4i на Android 5.02 63-битным, процессор Qualcomm Snapdragon 615 и графический ускоритель Adreno 405. Камера 13 мегапикселей, 4160 на 3120, оперативной памяти 2 гигабайта. Доступна для пользователя около 9, почти 10 гигабайт. Процессор Qualcomm Snapdragon 615, 64-битный, 8-ядерный. Графический ускоритель Adreno 405 от компании Qualcomm. Тактовая частота максимально 550. И плотность пикселей на дюйм может достигать до 480. Обладает 10-пальцевым мультитачем. Датчики. У нас датчик направления, акселерометр, приближение, освещение, магнитный компас, датчик положения, гироскоп, а также линейное ускорение и векторное вращение. То есть с датчиком есть полный порядок. Что ж, давайте посмотрим, как он будет выглядеть в таких простейших игрушках для начала, как Subway Surfers. Ну, это знаменитый раннер. Здесь персонаж постоянно бежит, и наша задача свайпом по дисплею преодолевать препятствия, которые встречаются на его пути. Очень важно, чтобы дисплей четко обрабатывал нажатия и не было фризов или лагов при преодолевании какого-то очередного препятствия на максимальном уровне, когда скорость очень велика. И это, естественно, немного может раздражать, если идет какое-то вздорможение. Ну, посмотрим, как это будет все выглядеть. Итак, посмотрим, что прорисовка вдаль, в принципе, очень хорошая. Текстуры по бокам вагонов, и в частности, сглажены очень хорошо, ничего не режет глаз. При этом персонаж достаточно хорошо двигается, то есть и палец хорошо скользит, и быстро, и своевременно. Даже на максимальных уровнях никаких проблем у нас не доставит из-за фризов или еще что-либо подобного. Здесь этого нет. И как мы видим, все четко. И позволит преодолевать, делать различные трюки на максимальной скорости без проблем. Посмотрим что-нибудь более серьезнее. Например, Асфальт 8 от компании GameLoft. Знаменитые гонки. Здесь представлены красивые спортивные машины, которые идут по различным там картам.
Там есть различные спецэффекты при ускорении, аварии. Также отражается небо в стеклах машин, плюс солнце, лучи солнца убьют глаза, то есть все красиво реализовано. Летают самолеты над трассой, выпуская при этом дым, тем самым он дополняет, скажем так, картину и создает дополнительную нагрузку на процессор, графический ускоритель. Так, наконец загружается карта. Также посмотрим, как машина слушается движение телефона, как легко ли ей управлять. Картинка очень красивая, симпатичная. Машина выглядит прекрасно. Асфальт по умолчанию выбрал средние настройки. Машина четко управляется, то есть куда я направляю, все четко, никаких сбоев. Опять же, очень удобно держать, несмотря на то, что дисплей здесь 5 дюймов, он очень компактный и легкий, относительно 130 грамм, против там 170, например, каким 5,5 дюймов. Поэтому здесь очень удобно. При игре идет нагрев в этой области, но не критично, руки не обжигает. Итак, подведем итог. Получился очень симпатичный смартфон с хорошими углами обзора, дисплей с хорошей яркостью. Плюс ко всему достаточно громкий звук, звонок не пропустим, хорошая камера. 30-мегапиксельная, приятная оболочка без тормозов и лагов, плавная. Из недостатков, в принципе, что можно сказать о недостатках о данном аппарате? Может быть, кому-то может быть не очень понравится пластик. В принципе, на мой взгляд, все очень неплохо. Здесь достаточно емкий аккумулятор 3120 мА, пусть и не съемный. Отличный экран, камера. Единственное, что карта памяти здесь, да, нельзя установить. Вот это, конечно, достаточно серьезным будет недостатком. Большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, комментируйте, задавайте вопросы. Всего вам доброго.